Всех приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Мига, мы продолжаем проходить Лего Jurassic World. И мы продолжаем с того места, где мы остановились в прошлый раз. Сейчас мы играем за доктора Гранта, за моего любимого человека из... Тихо-тихо, а он кусает меня. За моего любимого человека из этой... Тихо, кинь-кинь-кинь-кинь-кинь, тяни. За моего любимого человека из киновселенной парка Юрского периода. Вот, смотрите, я хочу просто пройти, все. Не хочу с ними драться. А вот ты сам нарвался, на, все. Где Грант? Во, вы с нами дошли. Иди отсюда. Все. Грант, доставай. Шух. Как Индиана Джонс. А, все? А, ну да, все. Переход на следующий уровень. Спинозавр называется наш следующий уровень. А, ну это International Genetic Technologies. Мы читали уже этот факт интересный. Так. Вы отпустили 12-летнего мальчика одного летать? Нет, с ним был наш друг, Бен Хильдебранд. Давно они пропали? Почти 8 недель. А я вам-то зачем? Он сказал, нужен кто-то, кто побывал на этом острове. Я никогда не был на этом острове. Да нет, же были. Тот был остров Нублар. А это Исла Сорна, объект Б. Не двигайтесь. Я вам серьезно говорю. Не шевелитесь. Фига, откуда у него бургер? Бежим, ребят. Ух ты, какой Рексик злой. Опа, здравствуйте. А это наш давний друг. Ну как давний, недавний. Освободился все-таки. Ух, сейчас битва будет. Ты дающий Терекс. Гранта зажали. Я за Терекса болею. Главное не шуметь. Это тот, кто Грант. Я не понял, что там. Это намек на что-то, я правда не заметил на что. У меня здесь был баг в пиратке. А можно я, пожалуйста? Воу! Тюрекс! Ты что зарычал-то? Я даже не ожидал. У меня был баг в этом уровне. Здравствуйте, я здесь пройду мимо. О, я лучше попытаюсь счастье с тиранозавром. Согласен. У меня был баг, короче. Я не мог вытащить доктора Гранта. Он просто тянул его, никак не мог вытащить. Так, собираем уточку. Пол. Вот пол Кёрби. Так, хоп, Эль. Вшух. Тянем. Удачи. Спасибо. Уточка. Привлекла внимание спинозавра. Тирекс, вставай. Хорош. Мочи его. Ух, сейчас батл будет. Я за Терекса. Чё? О, так, нажимаем. Что нажимать? R. На занос. L. На в лицо. И O. За шею. На. А! Нужно еще раз ему помочь. Давайте, надо подняться повыше. Ребята, а вы бы с кем хотели иметь дело? Со спинозавром или с Терексом? Я по Терексам. Блин, бедный Терексик, его там грызут. Нет! Идем. А, он упал. Лол. Мне дальше идти или нет? Может, тут побить? А, доктор Грант, все видел. Доктор Грант. Конечно, доктор Грант далеко. Очень далеко. Чух-чух, я уже увидел там. Покопать надо. Горло приболит. Все, собирать? Нет? А, ну, конечно. Да? Нет еще? А может он в ту штуку все-таки стрелять надо, да? Может я ошибаюсь? А, все-таки надо. А зачем я собираю? Подожди. Куда идти? Угу, иду. Так, идем. А, здесь, я думал, дальше надо идти. Тюрекс, а? Держись там, дружище. Сейчас мы тебя спасем. Ай, только бы не промахнуться. Дело за вами, доктор Грант. А, там Грант нужен. Режем. Так.
Отстань, Тирекса. О, Птернадзон маленький. Так, еще раз за Тирекса пошли. Ррррр. Нажимаем L. О, не то, не то, я О нажал, блин. Я почему-то показал, что там О. О, вот сейчас О. Что дальше? R. На, по лицу. И за шею. Последний момент нажал, кстати. Тирекс. Нет. Прекрасно. Есть идеи? О, Кирби, Кирби, Кирби. Кирби Энтерпрайзес. Доктор Грант, уйдите, пожалуйста. Так, есть. А, вот теперь, да, можно? А, Грант нужен. Грант. Все, собираю. Блин, понимаете, я сейчас нажимаю очень мягко на этот бончик. И мягко сейчас нажимаю на букву L, чтобы, как вам сказать-то, чтобы не напортачить, потому что я думаю, на микрофоне слышится, как я сейчас нажимаю. Так, собираем Лиану. А, это мы ударили спинозавра таким образом. Интересно. Тирекса злой. Отлично. О, я прям угадал, что такую букву нажимать. R. За морду. В лицо. И за шею. И валим его. Есть, спинозавра завалили. Давайте, идемте, пока они между собой грызутся. Воу, ты там полегче, чуть меня не коснулся. Вы слышали, а почему был звук Индоминуса? Мистер Керби. Никакого Керби Энтерпрайз ведь не существует, да? Есть близко каска Керби. Плюс я еще занимаюсь сантехникой. У меня магазин в торговом центре Waste Game в Индии. Я не знаю. Берем, мы вернемся к самолету, заберем все, что уцелело. И пойдем к берегу. Доктор Грант, мы не покинем этот остров без сына. Тогда можете идти его искать. Вы никого не наемник, так ведь? Я этого не утверждал. Так что будем делать? Искать вашего сына? Там, куда пошли они. Отлично, отлично. Хм. Нифига он подстрелил. Нормально. Место крушения. Эрик! 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 Мы его найдем. Вы меня слышите? Мы его найдем. Итак, сейчас мы собираем все, что осталось от самолета. Его попасть пара пустяков. Давай. Пончик, пончик. Все, да? Пошли. Так, собираем. Оп. А, тут нужна женщина. Аманда. Оп. В смысле? Аманда. О. Вы можете добраться до обломков? Наверное. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Там нужен доктор Грант. Я же прав, да? Прав. Берегись, осторожно. А зачем я спрыгнул? Ну ладно. Так, там нужен доктор Грант. Значит, получается, мы берем доктора Гранта. Самого сюда. Идем за кого-нибудь. Оп. Пунчик. Все. Отлично. Рассчитано. Режем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Пунчик. Так, падает груз. Там гитара, я видел. Опа. Опа, вы это тоже видите, да? Там наборчик. Так, ну тут нам нужен этот. Как его? Юдески, да? Юдески. А Юдески, а вон. Удески, извиняюсь. Ну, Юдески, по-моему, в фильме его называют так. Посмотрим, что тут еще есть. Сказал нам Юдески. Так. Угу. Где наш... Вы можете что-то с этим сделать, доктор Грант? Of course. I can. Видимо, теперь моя очередь. Полностью с тобой согласен. Чё это? Парашют? Годится для полета? Возможно. Если целое полотно. Логично. Угу. Угу. Воу, тихо. Жух. Годится. Уху! Ой, там брахиозавр. Как красиво завертел, да?
Оп. Собираем. Воу. Это кто? Что это? А что за курицы? Кто это был? Ой. Они со мной, что ли? Где? А где этот? У-ху. Я лайфхакер. Ой, пожалуйста, не хочу, чтобы они ее кусили. Так, хоп. Привет, брахиозавр. Как твое дело? Он должен быть где-то рядом. Не успел прочесть, что сказали. Еще что-то ломать надо, да? Вот это нужно поломать. А, вот, все, да. Все сломали. Отлично. Собираем. Ути. Малыш брахиозавр получился. Тихо. Монетки. Шух. Все собрали. Так, крутим. Бадончик. Своей шеей столкнул. Watch up, он сказал. Берегитесь, типа. Хотя так и было. Бежим. Да что ж вы к нам пристали? Все, они там стоят. Ой-ой-ой. Отстань от меня, пожалуйста. Все, я тебя зарежу. Иди сюда, курица. Все, отстала. Воу, это я знаю кто. Съела меня почти. Вали ее, вали. Там еще кто-то есть. Вали его. Все, всех завалили. Я красный. Черт. Керби. Плитка и краска, иди сюда. Тянем. Давай. Оп. Это его спасательный жилет. Рейс Юдески. Так, берем. Идем. Опять что-то не так с этим. С Беном. Его же Бен зовут, да? А, Билли. Почему Бен-то? А, Бен, это тот, который летел с мальчиком. Я думал, почему Бен-то? Так, нашли... Тут видеокамера. Правда, сильно побилась. Фига себе, видеокамера. Что такая огромная? 3, 2, 1. Эй, нет, дай-ка сюда. Эй, дай я возьму. Давай. Там скала, там большая скала. Камера еще работает. Он жив. Я знаю, что он жив. Эрик. Опа. Это ты зря, конечно. Там омлет. Раптор. Эрик. Как много яиц, слушайте, там. А? Яйца воруем, что ли? Ах ты. Как тебе не стыдно? Спинозавр. Эпизод пройден, доступный режим свободной игры. Так, давайте я пропущу это все. Можно я пропущу, пожалуйста? Спасибо. Можно я еще пропущу? Спасибо. Пропускаем. Все, продолжить сюжет. Ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. До следующего ролика по LEGO Jurassic World, где мы будем проходить парк Юрского периода 3. Всем хочу сказать спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее прохождение. И всем удачи, всем пока.